Создание гальванического элемента. Очень просто при помощи лимона создать гальванический элемент в домашних условиях. Главным образом нам потребуется лимон и два разных металла. Металлический цинк в нашем случае это оцинкованный болт. Медь или медные провода. Разделим лимон на 4 равные части. В каждую часть попеременно воткнем цинковый болт и медную проволоку и соединим их концы попарно в последовательную цепь. Таким образом у нас получилась гальваническая батарея, дающая хоть и слабый, но ощутимый ток. Таким образом, сборка из 4 последовательно соединенных гальванических элементов дает 3,5 вольта. Созданная нами батарейка способна зажечь маломощный светодиод.